Вот он, крыльцо. Нету никого. Люди, слыхать кто-то там. Хозяева! Дома никого нет, замок. Дома, у вас надо, хозяев. Здрасте. Здрасте. Вы православные христиане из поселка Потеряевка. Приглашаем к 3 часам на беседу о Христе, о Боге, о православной вере. Нет, спасибо, мы никуда не пойдем. У меня маленький ребенок, мне некогда ходить. А Евангелие возьмете в подарок? Нет, не надо нам. Слава Богу. Надо же как. Вот мы продолжаем благовестие в селе Шарчино. Сергей, вот он, Пупков, брат наш, он с одной стороны, с другой стороны он Алексей Устинов обходит. Добрый день. Приглашаем на беседу православной вере о душе, о Боге. Хотим каждый дом подарить Евангелие. Включите, пожалуйста. Фотоаппарат, что ли, у вас? Видеокамера. Вот приглашение, появились очень хорошие люди о душе. Можете брать что-то. Ворота. Закройте, ладно? Ага. Кто-то идет, Алексей, нет? Да может. Дома никого нет. Может быть. Я что заметил, в селе Шарчино очень много собак. По две собаки обязательно часто очень. Ну пойдем, брат. Идет. А Никита уже нас догоняет. А Никита у нас Колесников догоняет тоже. Крикни. Хозяева! Собачка. Зайди, брат. Собачка, спокойно вроде. Собачка. Вроде посох, просто держи перед собой. Умница, умница, ну. Хорошая собачка. Тук-тук-тук, хозяева. Можешь в окно. Алексей. Можно вам в окно постучаться? Добрый день! Здрасте! Мы православные христиане поселка Потеряевки. Хотели сегодня пригласить вас в 3 часа клубу. Будет беседа о Боге, о душе, о вечности. Вот, и мы в каждый дом дарим Святое Евангелие бесплатно. Примите.
Это по благословению патриарха Кирилла, и он выпускается. У вас интернет есть? Нету? Еще там такое приглашение. В местной библиотеке вашей появились книги православного проповедника Игнатия Кирилловича Лапкина. Можно будет взять, почитать их. Вот, приходите. Всего доброго. Собачка. Он может к мужчинам подойти. Женщинам, мужчинам. По две собаки. Сегодня будет беседа о православной вере. Три часа возле клуба. Потеряет, всех приглашаю. Я понял, что вы оттуда. Приходите, пожалуйста. Вот бабка, скажите. Вот. Бабка старая, как раз. Здравствуйте. Здравствуйте! Мы православные христиане из Потеряевки. Сегодня в 3 часа будет у нас беседа о православной вере, о душе, о ее спасении, как избавиться от пьянства, от прочих грехов. Вот вам Евангелие в подарок бесплатно. Возьмите, читайте по славу Божию. Приглашение в библиотеку, берите книги, читайте, просвещайте. Возьмите. До свидания. Вон уже девочки Евангелие получили. А вон Никита сидит. Сергей Павлович любит с детьми беседовать о Боге. Придете в клуб на беседу? А во сколько? 3 часа. Не знаю, я приезжаю. Сегодня. Сегодня к 3 часам к клубу приходите. Вот это вот вам дали приглашение. Вот. А у нас есть и визитки. Вот. И визитки дали. Вот. Вот интернет здесь, вот сайт наш. Можете посмотреть там видео. Вот, беседы. Да, здесь вот на обратной стороне детский православный лагерь. Вот мой телефон, можете позвонить. Приезжать летом к нам в лагерь. Лагерь очень хороший. Купаемся. Рыбалка, ягоды. Рыбалка, это хорошо. Да, мы сейчас пруд восстанавливаем. У нас сейчас гальяны вот такие. Мы так вот до России карпы будем. Рыбу-то ты ловишь? Да, я ловлю. Какую? Ну, щуку ловлю, карасей какие-то. Что попадается? А вот ученики Иисуса Христа, знаешь, как их называли? Апостолы. Апостол — это значит посланный. Вот, они тоже рыбу ловили. И он говорит, я вас сделаю ловцами человеков. Вот я вас хочу поймать в евангельские сети, чтобы вы уверовали в Бога. И жили по заповедям Его. И спаслись. И, может быть, в раю мы вместе увидимся с вами. А сколько примерно будет проводиться? Час примерно, да. Приходите. Храни вас Бог.
свидания. До свидания. Братни, за ногу цапнуть можно. Христиане с поселка Потеряевка. Приглашаем сегодня на 3 часа к клубу на беседу о Святой Библии, о Иисусе Христе, спасении души для вечности. Дарим Святое Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Будете читать? Дарим, да, бесплатно. У нас интернет есть? Вот, возьмите приглашение в библиотеку, тут 38 книг. Обязательно закрываем после себя, все открывали. Так, переходим из дома в дом. Расстояние бывает разное. Тут, видимо, дом когда-то был. Ну, или разговорился, или сгорел. Деревни, конечно, опустошаются, а города наполняются. А далеко-то не ходи. Сейчас они придут. Ну или подойди. Подойди, ну. Евангелие. Это Евангелие будете читать? Не будете? Вот у вас интернет есть? Есть у вас интернет? Есть. Ну подойди поближе, поднимемся. Вот,
Приглашение в библиотеку 38 книг порвано. Христианство. Угу. Спаси Христос. Хорошо, спасибо большое. Игорь рядом с нами тут подвозит Евангелие, как бы на помощь. Приглашаем сегодня клубу на 3 часа на тему Святая Библия, Иисус Христос побеседовать. Дарим Святое Евангелие. Читать Евангелие. Вот интернет есть? Приглашение вот в библиотеку, 38 книг. Вот, ладно. Сегодня на 3 часа буду приходить. Там далеко идти. Благовествует Володя Пащенко. Добрый день! Добрый день! Мы православные христиане, сегодня хотели беседовать 3 часа, а к вам приглашаем на беседу. Беседа будет о Боге, о Христе, о душе, о личности. Где? А куда? На клубу. Ну, клубу. 3 часа. Приглашаем Святого Евангелия, бесплатно. Зачем? Я уже прожил на это, неверующий, так что можете записывать. А вы знаете, я Святой Библии сказал, сказал безумие в сердце, нет Бога. В этой книге нас Господь судить будет. Судить будет Господь. Да, судить вот, будет. Вот ну а мы уже как привыкли так жить, как так и будем жить. Сейчас мы, нам уже меняться не стоит. А мы справиться-то можем любой. А разницы нету, что там рай, что, от, что это. Это для мы... вас так. Нет. Правильно. Знаете, святой. Мы только без секретов. Ну ладно, все. Не надо, давайте. Задумайтесь, жизнь короткая. Хозяева!
равно я так не могу. Да, там дальше за домом. Хозяева! Можно у вас на минутку? Дойти к нему, да он не шибко шевелится-то. Ну идет? Не. Добрый день! Мы сегодня православные христиане в Потеряевске. Сегодня в 3 часа к клубу вас приглашаем на беседу. Беседа будет о Боге, о спасении души, о вечности. Кто бы меня донес? А, вы не ходите, да? Я вообще не хожу. А я вам, если подарю Святой Евангелие, будете читать? У меня ни денег, ни хуя нет. Нет, ну не плохо, да. Ну все, Бог помощь вам. Спасибо. Так познаем хорошо. Я из Святой Евангелия познаете больше о Боге, о Спасителе, Создателе. Спасибо. Слава Богу. Вот наш брат Никита Лесников. Благовествует в селе Шарщина. Вон бабушка идет. Можно вас на минутку? Вот. Бабушка. Окно на нас посмотрела. Побаиваться, конечно. Такие времена сейчас опасные. Чего вы хотите? Подойди, Никит. А? Мы православные христиане с поселка Потеряевка. Приглашаем сегодня на встречу клубу в 3 часа. Будем беседовать о Боге, о Иисусе Христе, о Святой Библии. Я не хожу. Хорошо, примите Святое Евангелие в подарок. Далеко я только вот по ограде. Вы читать можете? Нет. Вот там Святое Евангелие. Примите в подарок. Да ладно, что мне? Не будете брать его? Не надо. Ну приглашение тогда в библиотеку возьмите. 38 книг библиотеки, ну, православных. Давай, возьмите. Большая на книжечку, давайте. Давайте. Ну откройте, я не могу-то просунуть никакую. Так она может открыта дверь-то, потрогай. А, закрыта? Вы, в общем, не будете брать. Вы нас не опасайтесь, мы дарим Святое Евангелие. Ничего опасаться, у меня сын рядом, чтобы опасаться. Ну все, оставайтесь с Богом.
Там. Здесь не ходит. Хозяева! Опасайся. Собака, опасайся. Не везде дверь открывает. Или из-за опасения, скорее всего, осторожности. Пес, аккуратно слева. Добрый день. Мы православные христиане из поселка Потеряевка. Приглашаем сегодня 3 часа к клубу вашему местному. Побеседует на тему Святая Библия, Иисус Христос, спасение души, дарим Святое Евангелие. Примите подарок. Спасибо. У вас интернет есть? Нет, нету. Вот, видите, приглашение в библиотеку, тоже 38 книг православных. 3 часа клуба, приходите. Молитесь Господу. Спаси Христос. Там уже заходили сегодня? Да. 3 часа клубу вам приглашали сегодня приходить? Да, приглашали, давали. Визитку давали интернет сайта? Интернет есть у вас? Возьмите визитку, вот интернет-сайт православный христианский. А этот, библиотеку 38 книг приглашали, давай? Да. Ну, все, Богом. Богом. Это видимо.